различных промышленных товаров. Здесь, соответственно, есть много и гастронома с продуктами. Здесь есть много разных кафешек. И есть даже кинозал. Вот напротив. А в кинозале есть буфет, соответственно. Вот сейчас много людей в кафе сидят. Кафе различные, с итальянской кухней, с обычной европейской кухней. Вот такой вид сверху. С Новым годом, с новым гумом. Вот такой вид сверху. Впереди столовая, которая давно здесь открыта. Номер 57. Где предыдущий 56? Вообще непонятно. Гастроном номер 1, а столовая 57. Ну, видимо, в этом есть какой-то смысл. Сегодня кофе отменяется. Огромная очередь стоит. Вот. И это все в столовую. Ну, там вообще ассортимент как в хорошем кафе. Вот. Ну, можно зайти сюда в фестивальное. Сейчас посмотрим. Вот это такая очередь в столовую. Ну, как я уже говорила, хорошее кафе. Хорошее. А поскольку сегодня суббота, забыла, вернее. Как это называется? Счастливые часов не наблюдают. Так и я. Вот тут. Вот это буфет. Здесь очередь поменьше. Может быть, даже удастся попить кофейку. Так вот, я забыла, что сегодня суббота. И, собственно, вот это все, вот это обилие людей, посетителей вызвано, видимо, субботой и праздничным днем. Всех с праздником! А праздник сегодня объятий, международный день объятий. Так что обнимите друг друга и будьте счастливы. Всего доброго!